PS3. Вроде его тоже щукой называют. Прикольный, крайне приземистый. Башня у него вообще как блин. Вот эта херня такая, треугольничком, пирамидкой, лобовая часть. В нее хорошо попадает, чтобы пробить, потому что башню будет тяжеловато пробить. Башня 220 миллиметров. Хер пробьешь, ну и плоская она. А вот корпус 110, 90-60. Ну его, в общем, достаточно по практике, знаю, тяжело пробивать. Ну, понятно, не супер пушек, но из достаточно мощных, у которых запас по пробиванию существенно выше. То есть из какой-нибудь 160-170 в бок, хотя у него всего лишь 90, на самом деле не факт, что пробьешь. Прочность 1310, масса всего лишь 49 тонн, 48-49, то есть достаточно легкий. Максималка всего лишь 36, в стоке 650 лошадок, но у нее есть пушечка неплохая, который стоит аж 44 тысячи опыта. 5.17 скорострельность, то есть быстрее, чем у ИЭСа. Там есть одна. Ну ладно, в общем, не важно. 5.17. Но это медленно все равно. Но лучше, чем, к примеру, 4. Зато пробитие 225 при уроне 390. То есть пробитие это очень нехилое. Практически все пробивает 225. Хотя там тоже может и не пробить, но нехило. И 390 неплохой урон. Разброс 0.35, ну это фигня. Но ее надо еще открыть. Движбан можно получше поставить. 700 лошадей. Но у наших особо нет мощных движбанов. Это у USA, и у этих есть по 900 практически лошадей, или 960, сколько там. Ну, 900 примерно у них есть. Вот. В общем, он такой прикольный, плоский очень, приземистый. По сравнению с аналогом, к примеру, Тигр 2, ну, по уровню. Тигр 2 здоровый, в него легко попадать, легко пробивать. Этот же пипец. Ну реально, блинчик такой. В стоке достаточно шустрый. Разгоняется неплохо. Тяжеловесности не чувствуется. Ну а херли 48-49 тонн. 720 лошадей. Поворачивает в стоке так себе. Не самый ад, конечно, но... Но это еще можно прокачать. Башенка движется живо, а модернизированная будет еще живей. Тут, по-моему, всего лишь 23, что ли, градуса, а будет 32. Но при этом она будет хуже бронирована в лоб существенно. У этой 220, а у той будет 201. В общем, вот такой вот танчик. Ну, реально, блинчик такой. В стоке достаточно шустрый. Разгоняется неплохо, тяжеловесности не чувствуется. Ну а херли 48-49 тонн, 720 лошадей. Поворачивает в стоке так себе. Не самый ад, конечно, но... Но это еще можно прокачать. Башенка движется живо, а модернизированная будет еще живей. Тут, по-моему, всего лишь 23, что ли, градуса, а будет 32. Но при этом она будет хуже бронирована в лоб существенно. У этой 220, а у той будет 201. В общем, вот такой вот танчик.